Мы находимся около дома карельского крестьянина Яковлева. Здесь в усадьбе расположен аптекарский огород острова Кижи, куда я вас и приглашаю совершить со мной небольшое путешествие. Аптекарский огород создается отделом сохранения природного наследия уже третий год. Нам интересно оформить эту усадьбу в виде аптекарского огорода для того, чтобы рассказать о многообразии флоры кижских шхер. Несколько веков подряд исследователи, натуралисты отмечали, что этот край очень богат по флористическому составу. Но чтобы увидеть растения, которые произрастают на разных островах, надо совершить многодневный маршрут, что для многих посетителей музея-заповедника Кижи невозможно. Поэтому мы решили собрать эту коллекцию здесь, на этом огороде. На лугах острова Кижи очень распространена синюха лазоревая или синюха голубая. Это растение известно своими успокаивающими свойствами, то есть является аналогом валерьяны, способствует хорошему сну, снимает стресс, раздражение. И известно, что синюха 8-10 раз более эффективна, чем валерьяна. Ну вот перед нами типичный вид, который многими людьми хорошо известен. Это земляника. Земляника обладает жаропонижающим, желчегонным свойством, спазмолитическим, способствует снижению уровня сахара в крови, концентрации липидов в тканях, возбуждает аппетит, очень благотворно действует на кровотворную систему. Листья используют для заживления ран. Перед нами куртина цветущего зверобоя четырехгранного. Это растение всегда ценилось народом, потому что считалось, что это растение помогает от 99 болезней. В литературе мы можем встретить рекомендации использовать его как антисептическое, как вяжущее средство, противовоспалительное, кардиотоническое, что очень важно, жаропонижающее, слабительный эффект известен. И вместе вот с пижмой можно использовать для борьбы с гельминтами. Перед вами лапчатка прямостоячая. В народе это растение известно под названием колган. И самое главное его свойство, которое использовалось всегда, это свойство вяжущее и антисептическое. При расстройстве желудка нет лучшего средства, чем спиртовая настойка корневища колгана.